Бухара. Колыбель восточной цивилизации. Здесь зародились многие области духовного сознания: философия, точные науки, медицина и искусство, в частности, музыкальное искусство. Среди богатого разнообразия жанров фольклорной и профессиональной музыки особое место занимают макомы, в частности, шашмаком, где нашли свое отражение и развитие вековые музыкальные традиции народов Бухары. Шашмаком в течение столетий звучал на всех праздничных и свадебных торжествах. В Бухаре 30-40-х годов 20 века сохранились дух и традиция великого левича Бабаханова. Выступали его сыновья Маше и Якутиэль, ученики Михаил Талмасов и другие. Вместе с искусством шашмакома здесь был развит и музыкальный фольклор женщин, жанр сазанда, у истоков которого стояли Таваи Каркиги Урус и ее дочь Михали Каркиги. В этой музыкальной атмосфере выросли многие известные мастера культуры, среди которых и герой нашего фильма Шломо Сулейман Тахалов, успешно совмещавший плодотворную деятельность в искусстве и в науке. Сулейман Тахалов – музыкант-исполнитель, педагог, дирижер, ученый-музыковед. Он родился в марте 1935 года в Бухаре в семье педагога Мани Тахалова и Никодам Якубовой. Сулеймана Тахалова часто спрашивают о происхождении его фамилии. Фамилия Тахалов происходит от ивритского «тахол» – «тхелет», то есть «синий», «голубой». В Бухарском эмирате было распространено ремесло красильщиков тканей, и в этой профессии бухарские евреи были ведущими. Их даже называли «дасти кабуд», то есть «синие руки». Мой прадед Хаим был большим специалистом в этой профессии. У него был свой этик, как бы бизнес, маленькая фабрика, где работало много народу. Ко всему, у него были голубые глаза. От всего этого он получил прозвище Тахор. Стали называть его Хаим и Тахор. Постепенно это прозвище стало фамилией нашего рода. А при советской власти нам добавили две буквы и стали нас называть Тахалов. Что касается его интереса к музыке, то род Тахаловых сам по себе не был связан с музыкой. Отец Мани Тахалов преподавал в школах узбекскую литературу. Более 30 лет был директором школ в Бухаре и в области. Первым в Узбекистане получил звание заслуженного учителя Узбекской ССР. Насчет Тахаловых сам по себе не был связан с музыкой. Кто первым занялся музыкой, это мой двоюродный брат Хайбай Тахалов. Он был замечательным музыкантом, прекрасно играл на скрипке, пел хорошо. Он учился в Ташкентской государственной консерватории. До окончания консерватории его призвали в ряды Красной армии. Он служил, а началась война, он воевал с фашистами, а после войны без вести пропал. Хайбай смог привить любовь к музыке моей старшей сестре Туфахан Пирхасовой. Она впоследствии стала знаменитой певицей. Вот и она была моей первой учительницей по музыке. А потом я учился в музыкальной школе, в музыкальном училище и освоил игру на рубабе и таре. Yeah.
Сулейман и его сестра рано лишились матери, и Тофа заменила им мать. В 1953 году Сулейман Тахалов поступил в Ташкентскую консерваторию и успешно ее окончил в 1958 году. Еще будучи студентом, Сулейман Тахалов в 1957 году стал лауреатом всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей в Москве. По окончании консерватории Тахалов был там оставлен в качестве преподавателя. Наряду с преподаванием он работал солистом-исполнителем во многих концертных учреждениях Узбекистана, в Ташкентской филармонии, в оперном театре, в оркестре народных инструментов и в ансамбле шашмакомистов Госкомитета по радиовещанию и телевидению. Он работал со многими известными певцами и танцовщицами Узбекистана, народными артистами СССР Мукарам Тургунбаевой, Галией Измайловой, а в ансамбле шашмакомистов с Бертой Давыдовой, Арифом Алимахсумовым, Исаком Катаевым, Сироджем Аминовым, Ари Бабахановым и Ильясом Малаевым. По отзывам специалистов, во второй половине 20 века в Узбекистане были три виртуоза игры на струнных инструментах. Ари Бабаханов, внук великого Левича, Ильяс Малаев и Сулейман Тахалов. Как музыкант высокого класса, Сулейман Тахалов получает признание широкой аудитории слушателей. В 60-е, 70-е годы Министерство культуры Союза СССР составило как бы сборную команду молодых музыкантов-исполнителей из разных регионов Союза СССР. Нас было 13 человек. Каждые 2-3-4 месяца вызывали нас в Москву и давали нам определенную программу. После подготовки к этой программе нас посылали на зарубежные гастроли. В основном бывшие соцстраны: Болгарию, Румынию, Польшу, Чехословакию, Венгрию, ГДР. В наш репертуар входили произведения композиторов русской и европейской классики. Например, в Венгрии я играл «Рапсодию Листа», в Германии произведения Баха и Моцарта, а в Польше Шопена. Наряду с этим в моем репертуаре было множество восточной музыки. Это дало мне право выезжать на гастроли в восточные зарубежные страны: в Индию, Турцию, Афганистан, Арабские Эмираты. Эту напряженную концертную деятельность в Узбекистане и за его пределами Сулейман Тахалов много лет успешно и гармонично сочетал с преподаванием в Ташкентской консерватории и научными исследованиями по музыкальному фольклору и профессиональной музыке народов Средней Азии. Он начал преподавать в 1958 году, сразу по окончании консерватории, и проработал в ней 33 года. Преподавал также в Республиканском музыкальном училище. Если любовь к музыке ему привела сестра, то педагогические и организаторские способности он унаследовал от отца. Сулейман Тахалов опубликовал 7 монографий, 3 на русском и 4 на узбекском языке, и множество статей. Он выпустил более 80 учеников, ставших видными музыкантами. Среди них многие получили ученые степени и звание профессора, а также стали народными и заслуженными артистами Узбекистана и Таджикистана. В
1987 году Сулейман Тахалов защитил диссертацию, а в 1988 году получил звание профессора. Пользовался большим авторитетом у руководства Узбекистана. Его приглашали в качестве председателя Государственной экзаменационной комиссии в Институт искусств Душанбе, консерваторию Азербайджана. Как ученый-музыковед, Сулейман Тахалов был участником многих международных научных симпозиумов и конференций. Москва, Ленинград, Ташкент, Самарканд, Баку, Алма-Ата, Индия, Турция, Париж, Копенгаген, Дубай и другие. Профессор Тахалов многого добился за годы работы в Ташкенте, но настал момент, когда они с супругой приняли решение репатриироваться в Израиль, куда к тому времени уже переехали большинство их взрослых детей. Это было в 1991 году. По приезду в Израиль меня охватило двойственное чувство. С одной стороны, я был счастлив, что я приехал на священную землю. С другой стороны, у меня были большие сомнения о моем трудоустройстве. Известно, что в кап-странах, в частности в Израиле, людям преклонного возраста, а мне было уже 56 лет, сложно было мне найти работу. Но, слава Богу, с помощью Министерства абсорбции, моих друзей, в особенности с помощью Рава Шумера Алишаева, который мне очень много помогал, в октябре 1992 года я получил работу в университете Бар-Илан. Шлома Тахалов в 1990